Добрый день, хочу показать сегодня очередное приобретение. Это пикапчик 2006 года Honda Ridgeline. Автомобиль у нас был приобретен, как всегда, на страховом аукционе у иншуринсной компании, страховой компании, с минимальным вот боковым ударом, но до него мы дойдем попозже. Покажу переднюю часть автомобиля. По кузовным элементам, вот бампер, выглядит у нас он в порядке, но вышел он с креплений. Капот у автомобиля полностью целый. Сразу же заглянем и я покажу двигатель. Двигатель у автомобиля работает хорошо, без всяких шумов, и все жидкости присутствуют. Работа двигается отлично. Вижу, есть повреждение у этого автомобиля по передней подвеске, потому что, если мы видим, одно колесо у нас смотрит в левую сторону, сразу же покажу, другое колесо смотрит в правую сторону. Вот, как-то так это все выглядит. С рулевой рейкой, видимо, с наконечником какая-то проблема. Так визуально я не вижу, только вижу колеса, что стоят в разные стороны. По крылу, крыло автомобиля отличное, целое, минимальные царапины по дверям. Аналогичная ситуация, минимальные царапины, в общем, они в хорошем состоянии, они не ржавые, двери хорошие, как мы видим. По салону, салон у автомобиля стандартный, ездили, видимо, какие-то строители, все это выглядит вот так вот, грязненько, но за автомобилем ухаживали, потому что рабочая машина была. Диски у автомобиля железные, хорошие, резина отличная. Задний кузов полностью целый, он не ржавый, не гнилой. Задние крылья у этого автомобиля хорошие. Бампер у нас отличный. Водительское крыло чуть замятое. Оно уже, мне кажется, не годится. Вот так это все загнулось. Диск хороший, шина отличная, новая практически. Вообще новая шина. Задние вот две резины в хорошем состоянии. Передняя резина уже вот так вот, не было развала у них. Они ездили, видимо, ее полностью всю съела. Резина не годится передняя. Заглянем вовнутрь автомобиля. Стеклоподъемники, кстати, все рабочие в автомобиле. Не работает кондиционер. Он не рабочий. На автомобиле у нас 151 тысяча. Работа двигается отлично. Висит одна ошибка. Незначительная. Сразу же вам покажу, это у нас ошибка P0420 на каталитик конвертер. Первая ошибка и вторая ошибка. Сразу понимаем, что проблема с катализаторами. Но, как я вижу, выхлопная труба оборвана. И, скорее всего, из-за этого показывает нам такую ошибку. Протестируем чуть автомобиль, он полноприводный, он едет без проблем, даже с такими колесами. Он уже не едет. До этого у меня он ехал, но... Как-то так вот. Полноприводный автомобиль даже поедет на трех колесах. Ну и на этом все. Всем пока.